Онези, които чакат Господа, ще поднуят силата си, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да ослабнат. И тъй, аз така тичам, не като към нещо неизвестно, понеже който устои до край, той ще бъде спасен. Който устои до край. Хорошо, братя и сестри, мы продолжаем с вами. Продолжаем заедно с вас. Мы увидели, что протестантское движение, оно умерло. Видяхме, че реалността, че протестантското движение е вече погребано. Но есть истинный народ Божий, где в сердцах которых продолжается дело реформ. Но има истински Божий народ, в чието сърца все още има протест, все още има реформа. Хочу сказать, что таковым будет непросто жить и нелегко. И казвам, че на такива няма да им е лесно да живеят, няма да е обикновен живота им. Потому что всегда те, которые хотят жить благочестиво, они будут гонимы. Защото Библията ни казва, че онези, които искат да живеят благочестив живот, винаги ще бъдат гонени. Но самое главное это не то, что о нас скажут люди. Но най-главното е не онова, което хората ще говорят за нас. Самое главное, что на нас смотрит Отец Небесный. Най-главното и важно е, че Небесният Отец гледа и какво той ще каже за нас, да. Появляются некоторые вопросы, поэтому вы можете подходить ко мне или в течение перерыва, или как, задавайте их. Появляются различные вопросы у някого вас, и аз се радвам в паузите между различните серии да дойдете при мен, за да мога да я благодарен за некоторые дополнения, которые некоторые из вас дают мне. Благодарен съм също и за някои от допълненията, които ми дадохте, за да мога да разширя темите си. Один из вопросов был, является ли наша церковь адвентистов седьмого дня участником экуменационного движения, экуменического движения? Един от въпросите всъщност беше, явява ли се нашата църква, църквата на адвентистите от седмия ден, част от екуменическото движение? Я хочу сказать, что есть площадки, где наша церковь имеет диалог с другими деноминациями. И е важно да кажа, че има площадки. Има места или времена, в които нашата църква е нужно да излезе, за да бъде в диалог с други деноминации. Но официально наша церковь не является членом этого движения. Но официално нашата църква не се явява член на това движение екуменическо за обединение на всички църкви. Хорошо, друзья. Если есть вопросы, я с радостью, что знаю. Ако имате въпроси, с радост, това, което знам, ще отговоря. Правим крачка напред към следващата тема. Я благодарю за въпроса, спасибо. Благодаря ви. Итак, следващата тема у нас – позитивност папства. Следващата ни тема е позитивен поглед към папството. Мы видим действительно сейчас, как слова из книги Откровения прямо исполняются на наших глазах. Пред нашите очи виждаме днес как думите от книгата Откровения се изпълняват директно пред очите ни. Хочу спросить вас, растет ли популярность папства сегодня, как вы видите? Искам да ви попитам, расте ли популярността на папството днес? Растет, очень растет. И даже в Болгарии растет. И даже в Болгарии расте. Раньше так, чтобы подумать, чтобы Папа Римский приехал в Болгарию, ну как бы сложно было. Сейчас он уже и здесь побывал, да? По-рано някак се сложно е било да си помисли човек, че ще дойде в България. А сега вече зачастяват, да. Время идет и потепление по чуть-чуть идут. Времето върви и согряването на взаимоотношенията се случва, стоплянето. Итак, что способствует в первую очередь популярность папства сегодня? Кое най-напред способства за нарастване популярността на папството? Друзья мои, в первую очередь этому способствует популярность ее лидера, Папа Франциска. Най-напред нейните лидери или неговият лидер, а именно Папа Франциск. Вот мы и с него и начнем с вами. Ето с него ще започнем сега.
Вот он папа Франциск. Ето тук е папата. В 2013 году. 2013 година. Когда он был избран. Когато беше избран. Он стал 266-м папой. Той е станал 266-я папа. И я хочу вам сказать, что на самом деле это уникальный папа. Този е изключително уникален папа. Уникальный во всем. Уникален во всяко едно отношение. И вот благодаря своей уникальности. И благодарение на тази си уникалност. За сравнительно короткий срок. За много кратък период от време. Он смог добиться таких колоссальных успехов в продвижении своей миссии. Е успял да се добие за такива колосални успехи да има в своята мисия. Что другие папы могли об этом только мечтать. За които останалите папи назад во времето само са могли да си мечтаят. Другими словами, при нем, друзья, скорость исполнения библейских пророчеств очень сильно возросла. С други думи, мои приятели, скоростта на изпълнение на библейските пророчества в неговото управление изключително бързо се развива. Итак, его уникальность была видна уже при его избрании. А неговата уникалност е била видима дори при неговият избор. За всю историю Римо-католической церкви, за цялата история на Римската църква, он стал первым папой из другого континента. Той е станал първият папа от друг континент. Из американского континента. От американския континент. Из южного полушария. От южното полукълбо. Далее. И след това. Он стал первым папой, которого зовут Франциск. Първият папа по име Франциск. И у него было много имен, которые он мог выбрать. Той можел да си избере много различни други имена. Но он выбрал именно это имя, и мы потом увидим, почему. Это не случайно. Но той е избрал точно това име, и ние след време ще видим защо. Не е случайно. Следующий момент. Следващо име. В истории Римо-католической церкви это первый папа, папа иезуит. В историята на Римската църква това е първият папа, който е и член на иезуитския орден, иезуит. За 7 лет пребывания на посту главы католической церкви. За тези 7 години, откакто е на този пост, главата на Римската църква. С 2013 по 2019 год. С 2013 до 2019 година. Он стал самым выездным папой. Той е станал папата, който най-много ходи по чужбина. Ни один папа не имел так много пасторских посещений, как папа Франциск. Нито един папа не е имал толкова много за такъв период от време пасторски посещения, както папа Франциск. Вот на этой фотографии мы видим, как в 2015 году он посетил африканский континент. Виждаме в 2015 година, когато посетил африканский континент. Более 1 миллиона человек собралось на его мессу. Повече от 1 миллион души са събрани на неговата меса. Видите, он тоже совершает служение в Африке. Той също извършва служение в Африка, виждате ли? С 2013 года. От 2013 година. Он успел посетить очень много стран. Успява да посети множество страни. Я бы хотел бы вам просто их перечислить. Искам да ви ги така изброя само. Даже можно без перевода их перечислить на русском языке, вы услышите, поймете какие. Дори чтобы, без превода. Чтобы вы увидели масштаб его работы. За да видите масштабът на неговата работа. Хорошо? Итак, я перечисляю. Само ги изброявам. Какие страны он посетил с 2013 года прямо в последовательность? От 2013 в последователност до сега. Бразилия. Израиль. Иордания, Южная Корея, Албания, Франция, Турция, Шри-Ланка, Филиппины, Босния и Герцеговина, Эквадор, Боливия, Парагвай, Куба, США, Центральноафриканская Республика, Кению, Уганду, Кубу, Мексику, Грецию, Армению, Польшу, Грузию, Азербайджан, Швецию, Египет, Португалию, Колумбию, Мьянму, Бангладеш, Чили, Перу,
Швейцарию, Ирландию, Литву, Латвию, Эстонию, Панаму, Объединенные Арабские Эмираты, Марокко, Болгарию, Македонию, Румынию, Мозамбик, Мадагаскар, Маврикий и в ноябре Японию. Сколько стран вышло? Много стран, да? Но множество держав, нали? Я не знаю, я насчитал 48, не знаю сколько вы, но у меня 48 вышло. 48 СНГ избрал только. 48, да? Но в любом случае, ни один папа так много не посещал, как он. Нито один папа, как у него, не путувал толково много за граница. Он имел общение не только с руководителями этих стран, с духовными руководителями. Той имал връзка не само с духовните руководители в тези страни, но и с президентами, руководителями, министрами и так далее. С президентите, с министри и така нататък. Вот смотрите на эту фотографию. Когда он был на Филиппинах в 2015 году, когато е бил в Филиппините в 2015 година, он побил мировой рекорд. Той счупил световният рекорд. Более 7 миллионов человек пришло на его мессу. Повече от 7 миллиона души са дошли на неговата меса. Друзья мои, это самое большое собрание людей за всю историю Земли, которые пришли послушать одного человека. Това е най-голямото събиране за цялата история на Земята, които са дошли да чуят един човек. Ни один папа не пользовался такой популярностью среди детей, как папа Франциск. Нито один папа не се ползвал с такая популярность сред децата, както папа Франциск. Вы знакомы с этой фотографией? С тая снимка запознаты ли сте? Да, узнали. Кто здесь? Кое това тука? Наш министр-председател. И сразу же, смотрите, как он мило с детками. Он любит детям истории рассказывать. Он обичает да рассказывать истории на децата. Почему ставит акцент на детях? За что слага акцент върху децата? А, он знает, он все знает. Следующий момент. Недавно о нем сняли фильм. Недавно за него направили один фильм, который называется «Папа Франциск. Человек своего слова». Който се нарича «Папа Франциск. Человек на своята дума». Где в этом фильме его уже называют не просто папа Римо-католической церкви. Където в този фильм го наричат не просто папа на Римо-католическата църква, а его уже называют народным папой. Наричат го там народният папа. Он единственный папа, который попадает на обложку журнала Time. Той е единственият папа, който е бил на корицата на списание Time. Вы знаете, что каждый год этот журнал совершает определенные подсчеты. Всяка година правят някакви проучвания. Публикуют список самых влиятельных людей в мире. И публикуют список на най-влиятелните хора по света. И вот в 2013 году, когда папа Франциск только вступил на свой престол, и в 2013 година, където само е седнал на престола си, он уже был назван самым влиятельным человеком в мире. Той вече бил избран за най-влиятелният човек в света. Смотрите, газета, очень авторитетная газета The New York Times за сентябрь 23 2015 года. 23 сентября 2015 года вестник от New York Times. Вот какую оценку дала эта авторитетная газета. Да. Он говорит, а миллионы слушают. Той говори, а миллионите слушат. Независимо от того, что они мусульмане, баптисты, индусы или атеисты. Миллионите слушат, независимо от това, дали са мусульмане, баптисты, индусы или атеисты. Обратите внимание, что католики здесь даже не упоминаются. Тук дори католици не се споменават, да. Теперь понимаете, почему народный папа? Разбирате ли, за что е народен папа? Он говорит, все прислушиваются, слушают. Той говори, а всички слушат. Помните, вся земля следит. Библията казваше, че цялата земя отиде след зверя. Отчудена. Атеисты, мусульмане, все. Издание Christianity Today, Християнство сегодня. Този вестник Християнството днес.
Я хочу обратить ваше особое внимание, это самый массовый и влиятельный протестантский журнал в мире. Това е най-масовият и влиятелен протестантско списание в света. Протестантско. И вот в этом протестантском журнале статья «Наш Франциск тоже». Там статията казва «Франциск също е наш». Это самый влиятельный протестант. «Наш Франциск тоже». Он говорит, почему мы можем с энтузиазмом объединиться с лидерами католической церкви? И под заглавието е «Защо можем с энтузиазмом да се объединим с лидерите на католическата църква?» Помните эту цитату, светская британская газета? Да, вот... До этого Иоанн Павел II и Папа Бенедикт также вели диалог с лидерами лютеранских и других протестантских церквей, но именно Франциску удалось сделать большой шаг вперед. Уникальный папа! Предните папи също се опитвали да постигнат диалог с лидерите на лютеранските църкви, но именно на Франциск той е получил да направи огромна крачка напред. А как ему удалось сделать большой шаг вперед? А как му се... По какъв начин е успял това? Папа Франциск смягчил тон. Защото смягчил тона. В более теплой атмосфере и мягких словах. По-топла атмосфера, меки думи. Да, видите, он знает, как действовать, как говорить. Зная, как да говори. На этой фотографии мы видим встречу Папы Франциска с лидерами протестантских церквей Соединенных Штатов. Това е среща на папата с лидерите от протестантските църкви в Съединените щати. Вот здесь вы видите епископа Тони Палмера. Той е епископ Тони Палмер. Но мне интересно вот с правой стороны, вот этот человек. Но мен ме интересует, е той човек кой? Этот Кеннет Копланд, да, совершенно верно. Очень известный телеведущий харизматической церкви. Много известен водещ, харизматична, телевизионен водещ. Пастор, харизматична църква. Ну, конечно, по правую руку от папы. От дясната ръка. Но вы заметите, что всегда во всех фотографиях в центре будет папа Франциск. Ну, сигурно забелязвате, во всички снимки в центра се намира папата. Не где-то сбоку, не там, а именно в центре. Винаги в центра. На этой фотографии мы видим, как папа Франциск принимает великого имама. На тая снимка виждаме как папата... приема великият имам. Это историческое событие, когда католики и мусульмане были собраны вместе. Историческо събитие, при което католици и мусулмани били обединени, събрани заедно. Помните эту встречу, я вам показывал, да? Тая встреча, сигурно ви я показвах тая снимка. Папы, встреча папы Франциска и патриарха всей Руси Кирилла. Встречата на Франциск с русским патриарх Кирилл. Вы знаете, в итоге этой встречи был принят документ, который состоял из 30 пунктов. В результат на тази среща е прият документ от 30 пункта. Я хочу вам прочитать только два пункта, очень интересных, и вы все поймете. Само два от тях искам да ви прочита, много интересни. Но я хочу оговориться, что до сих пор ни один папа не смог добиться этой встречи. Но искам да ви кажа, че до този момент нито един папа не е успял да постигне до тази среща. До Франциска кто-то встречался с патриархом Кирилом или патриархом всей Руси? До Франциск някой срещал ли се с патриарха на цяла Русия? Папа Франциск добился этой встречи. Папа Франциск успял да го направи. Уникальный папа. Уникален. И вот смотрите, пункт пятый из этой декларации. Пятый пункт от этой декларации. Несмотря на общее предание первых 10 веков, вопреки общему преданию на первые 10 века, католики и православные на протяжении почти тысячи лет лишены общения в Евхаристии. Католики и протестанты в продолжение на 1000 години са лишени от общуване в Евхаристия. Православни и католици са лишени, да. И вот смотрите, что они говорят. Мы разделены ранами, нанесенными в конфликтах далекого прошлого. Видите, какие слова даже используют? Ние сме ранени от раните, които са нанесени в далечното минало преди хилядолетие. И дальше. Мы скорбим об утрате единства. Ние скърбим по загубата на единството. Ставши следствием человеческой слабости, греховности, произошедшей вопреки молитвы Христа.
която е станала в резултат на човешка слабост и прегрешения. Молитва Исуса Христа, въпреки этой молитве. Въпреки молитвата на Исус Христос. Потому что молитва Христа, Евангелие от Иоанна 17:21. Защото молитвата на Христос в Евангелие 17 е за единство. Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, я в тебе, так и они да будут в нас едины. Как красиво использует этот текст, Колко красиво использует този текст. Шестой пункт. Шестия пункт. Осознавая многочисленные препятствия, которые необходимо преодолеть, като осъзнаваме многочислените препятствия, многобройните, които трябва да се преодолеят, мы надеемся, что наша встреча внесет вклад в дело достижения того богозаповедного единства, о котором молился Христос. Ние се надяваме нашата среща да внесе определена полза в това единство, за което се е молил нашия Господ Исус. И пусть наша встреча вдохновит христиан всего мира с новой ревностью призывать Господа, молясь о полном единстве всех учеников. И нека нашата среща да подбуди християните по целия свят да се стремят към това единство, за което Господ говори, единство на всички ученици по цялата земя. Следующее. Ни один папа за всю историю Римо-католической церкви не просил столько прощений за церковь, как это делает Франциск. Нито един папа за цялата история на църквата не е молил за толкова много за прощение, както го е правил този. Вот несколько примеров. Няколко примера. Папа Франциск просит прощения за жестокое обращение церкви над цыганами. Папата проси прощение за жестокото обращение на църквата над цыганите, да. То есть когда-то были, видно, издевательства над ними со стороны церкви, сейчас он просит, чтобы цыгане простили церковь за это. Сигурно някога са имали, да, и потъпвали, и сега молят за прощение на това. Далее следующее. Папа Франциск просит у цыган прощения за дискриминацию. Папа Франциск проси у цыганите прощения за дискриминацията. И это издание Кракс, это официальное издание Римо-католической церкви. Това е официалното издание на Римската църква. Следующий момент. Папа Франциск со стыдом и огромным сожалением просит прощения за священников, которые были вовлечены в секс-скандал. Да, папа Франциск с срам и огромно съжаление проси прощение за свещениците, които са били въвлечени в такива сексуални скандали. Далее, тоже издание Кракс, папа Франциск просит прощения за руководителей церкви, которые сохраняли молчание о секс-скандале среди священников. Папа Франциск проси прощение за руководителите на църквите, които са мълчали за тия секс-скандали сред свещениците. Папа Франциск просит прощения за грехи церкви, которая насовершала участие в колониальной политике многих стран. Папата проси прощения за греховете на църквата, които тя е извършила, като е участвала в колониалната политика на много държави. Папа Франциск просит прощения за тяжелейшие грехи церкви, направленные против коренных жителей американского континента. Папата проси прощения за тежките грехове на църквата, направени против коренните жители на американския континент. Папа Франциск съжалеет о казни реформатора Яна Гуса. Папата съжалява за мъченическото наказание на реформатора Ян Хус. Папа просит протестантов простить Римо-католическую церковь за все преследования. Папата просит протестантов да простят на Римската церковь за всички преследования. Папа Франциск просит христиан вальденцев простить церковь. Папата просит христианите вальдензи да простят на церквата. Папа Франциск просит простить церковь за ее роль в геноциде жителей Руанды, это в Африке. Папата проси да простят на църквата за нейната роля в геноцида на жителите на Руанда. И есть еще очень много, за что он просит прощения. Много-много има за какво моли за прощение. Вот смотрите, вот папа Франциск, видите? Ето го тук папата. Видите, как он лежит? И статья. Я совершил множество тяжелейших ошибок,
Я молю о прощении, папа Франциск. Направил съм множество тежки грешки. Аз моля за прощение. Так. Знаете, многие протестанти не му верят. Знаете ли, че много протестанти му вярват? Вы знаете, исследуя все, я вам скажу больше, я бы тоже поверил. И като гледам на всичко това, аз също бих повярвал. Я бы поверил, если бы не истина, открытая в духе пророчества. Ако истината не беше открыта в духа на пророчество. И я благодарен, что эта книга «Великая борьба» есть у нас, братья и сестры. И съм благодарен за книгата «Великая борьба», която имаме. Смотрите, что там дух пророчества говорит. Вижте, какво се казва там. «Великая борьба», 571 страница. 571 страница. Сегодня римская церковь выставляет перед миром красивый фасад. Днес римската църква излиза пред този свят с красива фасада. Извиняясь за ужасы прошлых лет. Като се извинява за ужасите на отминалите години. Но хотя она и рядится в одежды христианства, суть ее остается. Но въпреки, че се облича в одеждите на християнството, нейната същност остава същата. Дух господствующий в нем сегодня ничем не отличается от той жестокости, деспотизма, с какой она попирала человеческую свободу и убивала святых Всевышнего. Духът, който господства в нея днес, по нищо не се отличава от онази жестокост и деспотизъм, с която тя е насилвала човешката свобода и убивала светиите на Всевишния. Поэтому сейчас многие говорят, смотрите, католическая церковь поменялась, посмотрите на Папу Римского, он за все просит прощения. И хората казват днес, всичко се е променило, вижте го, римския папа, за всичко моля за прошка. Елена Уайт говорит, будут просить прощения за все ошибки, но... Ще се извиняват за всички грешки, но духът не се е променил. Итак, почему папа так популярен сегодня? И въпросът е, защо е толкова популярен днес той? Есть еще одна причина. Протестантское издание Relevant Magazine за июнь 13-го 2013 года. Това протестантское издание казва следното. Секрет успеха, который принес папе Франциску хорошие отношения секретът, с протестантами. Секретът, тайната на успеха, която е донесла на папата, добри взаимоотношения с протестантите. Смотрите, что написано. Начиная с его избрания, папа Франциск сделал несколько поступков, которые были очень не похожи на папские. Видите, уникальный папа. С самото му избиране папата е направил няколко постъпки или действия, които са много неприсъщи на папски постъпки. Будучи кардиналом, он ездил на общественном транспорте. Въпреки, че е кардинал, той се возил, пътувал в обществения транспорт. Хотя мог позволить себе личный автомобиль. Въпреки, че може да си позволи личен автомобил. Он жил в меньшей квартире, чем мог бы жить. Живя в малък апартамент, от... много малък апартамент, отколкото би могъл, т.е. би могъл по-голям. И прежде чем благословить народ, собравшийся на площади Святого Петра, он вначале попросил народ благословить его. И преди да благослови народа, който се е събрал на площада Свети Петър, най-напред той помолил народа да благословят него. И вот за все эти поступки, которые он делал, и за всички тия неща, които той правил, какова была реакция протестантов на все эти действия? Каква е била реакцията на протестантите към всички тези негови действия? Никакого папу так радушно не принимали протестанты, как папу Франциска. Никакъв друг папа така радушно не приемали протестантите, както папа Франциск. Итак, он сознательно отказался от дорогого автомобиля. Сознательно се отказал от скъпа кола. Здесь мы видим, как он садится в автомобиль. Виждаме как сяда в кола. Какой это автомобиль? Какъв е той автомобил? Форд. Форд Фокус. Форд Фокус. Это же папа. Това е папата. Он мог бы ездить на более дорогом авто. Би могъл да кара... Фигуру някоя скъпа кола. Знаете, это одна из самых недорогих автомобилей в Европе, которая есть. Това е една от най-ефтините коли в Европа. Он мог сесть на Бентли каком-то, на дорогом авто.
би могъл да седя на някоя Bentley или на някоя друга. Ами, выбрал самая скромная Ford Focus. Скромна кола, Ford Focus. Вы знаете, я вам хочу сказать, что есть даже некоторые адвентисты, которые не хотят ездить на Ford Focus. Има някой даже адвентисти, които не иска да се качат на Ford Focus. Если бы они продали свою машину и пересели на Ford Focus, мы бы могли построить минимум 5 церквей в Эфиопии. Ако биха продали колата си и седнат на Ford Focus и купят, с разликата бихме могли да построим 5 църкви в Етиопия. Скажите, у нас есть чему поучиться у Папы Франциска? Имаме ли на какво да се научим от Папа Франциск? Да, почему нет, в этом плане да. Разбира се, в това отношение да. Идем дальше. Каждое утро он проводит 2 часа в молитве. Всяка сутрин провежда 2 часа в молитва. Сколько каждое утро мы с вами молимся? Колко време ние с вас се молим всяко утро? Папа Римский каждое утро 2 часа. Всяка сутрин той по 2 часа. Конечно, это мистическая молитва, но 2 часа каждое утро он молится. Разбира се, мистична молитва, но той си я прави 2 часа. Есть чему поучиться. Има на какво да се научим. Он стал первым папой. Первый папа станал той, который посетил тюрьму. Който е отишъл в затвора. И умыл ноги. И измил краката. Умыл ноги женщине. Умил краката на жена. И не просто женщине, но он умыл ноги узнице. И еще и мусульманке. Узница. Да, умил краката на някаква престъпничка в затвора, която била, и то била мюсюлманка дори. То есть посетил тюрьму, умыл ноги женщине-мусульманке. Это... Това е голям... Какой папа такое делал раньше? Это уникальный папа. Уникален. Смотрите на эту картину. Это было 12 апреля 2019 года. 12 апреля 2019 года. Папа Римский целует ноги лидерам Южного Судана, умоляя сохранить мир в стране. Папата целува краката на лидерите на Южен Судан, като ги умолява да съхранят мира в страната. Вот какое мнение будут людей об этом папе? Какво мислите, че ще бъде мнението на хората за такъв папа? Това е уникално, такова никога не е. Такова никога не е било. На этой фотографии мы видим посещение папы Франциска трущоб в Найроби, Африка. Посещението му в Найроби, Африка. Служа больным и бедным. Служа на болните и на бедните е неговото мото. Далее этот папа, единственный папа, который ставит огромный акцент на евангелизм. Единственный папа, който поставя огромен акцент върху евангелизирането. Вот издание Кракс за 19 апреля 2018 год. Това издание казва следното. Папа Франциск говорит: не будьте лентяями, поднимайтесь и проповедуйте. Той казва следното, апелира: не бъдете лентяи, ставайте и проповядвайте. Он говорит, евангелизация – это миссия нашей церкви. Евангелизацията – това е мисията на нашата църква, казва той. Порученная не только некоторым, но порученная мне и вам – это наша миссия. Но поръчена, по която е поръчена мисия не само за някои, а е поръчена за мен и за вас. Това е нашата мисия. Братья и сестры, кто из нас не подпишется под этими словами, а скажите? Кой от нас няма да се подпише под тия думи? Ведь правильно говорит. Правильно говорит, нали? Очень правильно говорит. Много правильно. Иисус сказал, и так идите и научите все народы, Евангелие от Матфея, 28 глава. Затова Иисус казва нещо подобно в 28 глава на Матфея. Идете и научите всичките народи. Но я не могу не затронуть несколько цитат об этом, показать вам из Духа пророчества. Но на мен ми се иска да ви спомена и няколко цитата от Духа на пророчеството тук. Книга «Желание веков», страница 822 страница. 822 страница. Живота на Исус. Поручение Спасителя ученикам относится ко всем верующим. Поръчението на Спасителя към Неговите ученици се отнася до всички вярващи. Оно распространяется на всех верующих во Христа до конца времени. То распространява на всички вярващи до края на времето. Роковая ошибка думать, что спасение душ – дело только рукоположного служителя. Огромна грешка е да се мисли, че спасението на душите е единствено дело за ръкоположените служители.
Всем, кого посетило небесное вдохновение, доверено и Евангелие. Всички, които са били посетени от небесното вдъхновение, на тях е доверено и Евангелието. Все, получившие жизнь во Христе, призваны трудиться во имя спасения своих ближних. Всички, които са получили живот во Христос, са призваны да се трудят в името на спасението на своите ближни. Мой брат, моя сестра, ты не можешь быть христианином и до сих пор не прилагать свои усилия, чтобы спасать души для Христа. Мой брат и сестра, ты не можешь да бъдеш християнин, докато не положишь своите усилия да спасяваш души за Христос. То есть невозможно называть себя христианином, не служа другим. Невозможно е да наричаш себе си християнин, ако не служиш на други хора за тяхното спасение. И вот дальше очень актуально. И нечто много актуально. Свидетельство для церкви, том 5. От 5 том на свидетельство. Работа, которую церковь не исполняет во времена мира. Работата, която църквата не изпълни во време на мир. И благоденствие. И благоденствие. Скажите, сейчас у нас мир относительно? Имаме ли така относителен мир сега? Имаме ли благоденствие? Да, слава Богу, мы можем собраться. Можем да се събираме, да четем Библията. Смотрите, какие семинары даже мы можем проводить. Какви даже семинары можем да провеждаме. Но если церковь не будет исполнять свою работу сейчас. Но ако сега църквата не изпълнява своята работа, ей придется делать это в ходе страшного кризиса, при самых неблагоприятных и обескураживающих обстоятельствах. Ако в тези благоприятни обстоятелства тя не изпълнява своето дело, ще се наложи да го извърши в страшно време на криза и неблагоприятни обстоятелства. Предостережения, которые замалчиваются или утаиваются из-за соглашательства с миром, надо будет возвещать в условиях самого яростного противодействия со стороны врагов веры. Предупрежденията, които са премълчани или са скрити по причина на съглашение с света, трябва да бъдат възвестени в условията на най-яростно противодействие от страна на враговете на вярата. Имеем ли мы право замалчивать истину? Имаме ли право да премълчим истината? Утаивать истину? Или да я скрием някакси? Мы не имеем право. Нямаме такова право. А кто, если не мы? А кой, ако не ние? Вот я, пошли меня. Ето да? Мен, изпрати мене. Вы знаете, что когда католики и лютеране подписали документ совместный, знаете ли, че когато лютеране и католици са подписали този съвместен документ? Они подписали документ, чтобы больше не делать нападки друг на друга. Подписали документ повече да не се атакува, да не се нападат един други. Все теперь нельзя, запрещено говорить нечто негативное о Римо-католической церкви и о Папе Римском. Вече не можеш да говориш нищо против Римската църква или против Папата. Распространять великую борьбу? Нет, нет, это уже не толерантно, надо как-то помягче. Да распространяешь великая борьба не толерантно, трябва по-меко да се подходи. Все члены церкви будут персонально испытаны и проверены. Всички членове на църквата ще бъдат личностно изпитани и проверени. Они окажутся в таких обстоятельствах, когда вынуждены будут свидетельствовать об истине. Те ще се окажат в такива обстоятелства, когато ще бъдат принудени да свидетелстват за истината. Хотим или нет, но будем проповедовать. Искаме ли това или не искаме, но ние ще се наложим да проповядваме. По какъв начин? Многих вызовут в советы и в суды, возможно, поодиночке. Множество ще бъдат призовани пред различни съвети или съдебни заседания. В свое время они не приобрели тот опыт, который помог бы им в чрезвычайных обстоятельствах. И их души отяготят угрызения совести за их упущенные возможности и неиспользованные преимущества. Възможно е даже това да се случи, когато те са сами. В своето време те не са придобили този опит, който би им помогнал в извънредните обстоятелства и техните души ще бъдат обременени от огрезенията на съвестта за изпуснатите възможности и неизползваните предимства. Поэтому сейчас, как никогда, нужно максимально использовать время для благовестия. Ето защо сега, както никога до сега, е нужно максимално да използваме времето за благовестие. Помните, я вам рассказывал вчера, что я когда-то мог вот в начале года, в марте месяце,
купить сколько угодно Библии для наших членов церкви, которые не имеют Библии. Хоть тысячами. Аз ви казах, че в началото на тая година, март месец, когато бяхме, можехме да купим Библии за членовете на църквата, колкото ни се искаше, хиляди дори. А сейчас в октябре, когда я уже был, уже нельзя. А сега в октомври, когато бях, вече не е позволено. Только одну или две максимум. Само по една или по две максимално. С каждым годом, братья и сестры, как? Със всяка една година, какво? Все сложнее и сложнее. Все по-сложно и по-сложно. Поэтому, братья, пусть Господь нам даст силы. Ето защо, нека Бог ни даде сили. Старание. И старание. Возможность Бог дает, это точно. Возможность Бог Но точно желание, дал. Но желание главное в нашем сердце благовествовать. Но желание даем в сердцата да благовествуем. Потому что Господь скоро придет. Защото Той идва скоро. Аминь. Аминь.